Старым ручным радарам полицейских и автоматическим измерителям уже подыскали замену. Комплекс радаром назвать сложно. Это целая конструкция в виде рамы, которая будет не только фиксировать скорость движения транспорта, но и измерять вес большегрузных фур. До 2020 года на основных дорогах Литвы должно быть оборудовано более 20 таких систем контроля нарушений. Идея появилась еще в 2014 году. Правда, тогда такими комплексами хотели оборудовать лишь три точки основного потока международных грузов. В случае нарушения система сама автоматически будет выписывать штраф и отправлять его владельцам предприятий. Радары также будут проверять легковые автомобили на предмет действительных страховок гражданской ответственности и документов техосмотра. Стоимость проекта чуть больше 4 миллионов евро.